Всем привет! Меня зовут Кристина, и это мой влог о моем лете. Как мы знаем, уже сегодня 1 сентября, и чтобы не забыть тем, чем я занималась это лето, я сделала видео. Видеонарезку, скажем так. Вот. И это будет, ну, для меня немножко атмосферное видео. Если вы хотите также почувствовать со мной эту атмосферу, то смотрите это видео, а также посмотрите мои другие видео, потому что там тоже много чего есть такого атмосферного. Я очень часто снимаю видео, где я снимаю окружающую меня среду, а также куда я езжу, на чем я езжу, с кем я разговариваю. Стараюсь это делать максимально, скажем так, естественно. То есть это не супер эстетично, но это, знаете, своя собственная эстетика, когда вроде бы эстетика переплетается с реальностью. То есть вроде бы и не так все так эстетичненько, как бы хотелось. Не так идеально, но вроде бы и не так реалистично, поэтому что-то есть такое. Предлагаю прийти к просмотру. Не, красиво. Но я не знаю, почему ты сказала, что она была наоборот. А хотя, а вот это вот, тут, по-моему, больше воды было, нет? В прошлом году больше, да, было? Ничего не было. Но все равно, ну, тут, по-моему, как-то странно. Спускали сюда вот так, туда. Это было. Что было? Достигнут лимит. Разрыв уже идет. Я вижу сколько. Махал. Уже он по кустам ездит. Дороги. А когда мы тут недавно были, тут еще дорога была. Как недавно, год назад? Куда ты пошла? Не ходи, тебе говорю, туда. Не ходи. Где? Ты моя-то. Оф, оф. Вот этот дом мне нравится, красивый. Бабуля только что облила нас из-под шланга с мамой. Я теперь сижу, обсыхаю, холодно очень. И собака наша. Ее там видно вообще нет. И собачка наша. Такой спрятался, бедненький. Не любит он воду почему-то. У меня столько материала собралось. Мне нужно сделать столько видеоблога. Вот. Мне нравится, как эта косиночка сидит на мне. Прям симпатично. Наверное. Но мне, по крайней мере, зашло. Вот волосы опять лезут. Вчера я немножко обработала ноготь свой.
Вот это не сняла, вот это вот я сняла уже давно. Ой, на телефон! Короче, вот смотришь, тут никого нету, души никакой нету, это я. Ой, что-то я такая, так расправимся, оп. Вот, это я, значит, там души никакой нету, никого нету, нету, нету. Вот примерно вот так вот, вот у нас сейчас. Заглянем туда, вот так вот у нас никого нету. Вот так примерно, как я вижу, вот так у нас на улице. И, значит, опа, мир, опа, люди. Не знаю, почему мне так нравится твит. Крутой. Пасмурный. Везде. О, вон. Ничего себе! Припри. Ну и это. Жаба! Жаба, жаба! Прикиньте! Мишка тоже видел жабу. Жаба! Ну не кричи на нее, ты боится. У нее какие-то бородавки или что? Кайф, да? Да. Что? Это все. Стоим такие. Ты что, садишься? Ты что, задираешься? А тебе мама не спрашивает? Я же музыку подставлю. Я, кстати, тут, когда дома, я не матерюсь. А тут, тут просыпается со сверстниками общается, опа! Тут, тут проявляется натура быдла. Мишка знает, даже больше. Или не больше. Да. Ничего.
Такие вот дела. Там папа. Мужик тут. Машина закрылась. Как она закрылась? Я сейчас помру. Кто сильно там хотел на гуси? Куда уехал? На жопу. Нет, просто надо было на наше место. А мы-то вышли. Чё? Тебе же в портфеле сигналка. А у меня сумка где? У меня сигналка в машине. Игорь, а ты телефон взял? Нет. Слава богу. Он там гнёт. Ну я не знаю, для меня-то... Максим, потрогай. Для меня холодно. Тёплое. Да. Место, где пульс щупает, надо чувствовать воздух. Вот этим местом надо трогать воду. Вот этим? Да, если вы этим местом потрогаете, так всему телу и будет вода. Да? Я ее так мерю. Ну. Не, вот здесь, да? Не, мы вот ставим, больше туда и дальше не поедем. Да, даже нет. Это... Не, ну в смысле вот сюда, вот чуть-чуть проехать. Ну там дальше-то и уже... Да, ведь. Мы вот сюда, да, налево. Не, вот сюда налево. Уборку, думаю, зайдем, взлом машины. На приключение. Скажите ваше впечатление от нашего приключения. Класс. А что, нормально? Романтика. Ты домой хочешь? Скажи, у нас первое приключение. Да? А дома-то нету, дом же ремонтируют. Забыл, представляешь, такой маленький, а у тебя уже онкое приключение было. Даже у меня такого не было. О, было. Еще куклище было. Что делаешь? Я башмаки свои. Ты-то бедная, у меня вообще в этих на. На этом будем. Будем ездить на матрасе. Сейчас что ли? Нет, завтра. Завтра? Не сейчас такого. Завтра, завтра, завтра. Сейчас просто. Ноги кто? Кто самый грязный пойдет ноги мыть? Что сделали? Миш, интервью. Скажи свое впечатление от нашего приключения. Не знаю. Не знаешь? Я хочу домой. Домой хочешь? Да. Где ты у меня остановился? Мотор как крутой. Я уже до костра. Небольшой пузырек самогонки, граммов 200.
цветам, блин. Так, ты сильная. Будем катать людей. Опа! Опа! Что залазь? Он спит или что с ним? Рэти! Рекс! Рекс! Ты спал? Ты спал, ты мой хороший? Ты меня напугал? Иногда мне эти виды напоминают, как будто бы я в Америке живу. На самом деле это Россия. Россия тоже может быть очень красивой. А вот тут я сижу. Ага. Вот такие у нас красивые небеса. Это наша еда. На самом деле моя еда вот это вот. Ага. Я ем мясо. Вау, еда приехала, да? Chicken freaking. Chicken freaking. Круто. Картошка фри. Распаковка из KFC. Ух ты, пух ты. Очень красивое небо, посмотрите, а вот там вообще красота. А вот так вообще лепота, да?
сказать, иди со мной. Вот. Продолжаю снимать небо. Очень красиво. Мама, круто вообще. Молодец. Я сниму. Сегодня 30 августа, и сегодня вот такой закат. Он в прямом смысле красный. Немного страшно, мама меня напугала даже. Ну, мама перепугала всех. Вообще. Что-то необразимо. И холодно, ветер такой пронизывающий вообще. И все красное. У нас дома все такое красное вообще.